Так, всем привет, с вами, как всегда, Жора И Дима. и сегодня мы продолжаем проходить нашу сборку «Другой мир». Сегодня мы опять без колеса фортуны, оно будет в следующей серии. А то нам лень крутить. Ладно, шучу. Просто было бы слишком много модов, и из-за этого где-то на серии, не знаю, там 69-й, просто у нас бы все лагало. Из-за этого вот мы не крутим сейчас. Ну а сегодня мы нашли матку драконов в Эдеме, представляете? И сегодня мы пойдем на нее. Ее будет очень сложно Мы ее убить. нашли и попытались ее убить, а потом получили пи и потом такие, надо на серию, чтобы все с нас поржали. А еще за серию я себе скрафтил вот эту вот штучку, вот эту Да. вот. Ранец мечты. Ранец мечты. Потом мне Жора сделал вот эту штучку, вот эту, ну я бургу на серии, и вот этот меч. Да. Сегодня я буду сражаться не из чешуи дракона, не из брони короче, вы поняли, не из брони, которая сейчас у Жоры, а в обсидиану, потому что она дает эффект Ну fire так resist. это, смотри, вот броня дракона тоже дает такой же эффект, только он поменьше, но там не мы все равно больше выживаем от На, дракона. это тебе. Чё это? Читай. Ну зачем мне? Ну ладно, пошли. Заходим в ВДМ. Сейчас, подождите. Кстати, напишите в комментариях, как там называется призывалка для босса первого из Эдема. Ну, просто не помню. Давно играли в диванное РПГ, и тут какие-то боссы добавились. Так. Мать драконов. Вы ее уже видели это вообще? Чё? Она таких размеров. Вот ее убежище, мы ее убежище уже осветили. Чуток. И она уже чуток покоцана, по-моему. Тупой единорог, я тебя ненавижу всей душой. Да там еще столько было. Мне сейчас надо пока отойти. Мы к вам вернемся, когда дело придет. Вот это она рычит. Рычи, рычи. Вообще рычит, рычит, ребятки. А ты? Начали тут. Чё ты на меня рычишь, я тебя не вижу. Попал. Попал. На тебя. Сколько у меня там хп осталось? Надо потихоньку двигаться.
Вон сколько у меня хп. Стреляем дальше. У меня где-то почти 500 хп. Давайте поближе подойдем. Главное, чтобы она нас не заметила. Вон, видите? 446 хп. Да и что ты рычишь? Мы уже матку за кадром убивали. А, ты чё меня бьёшь? Ой. Она умерла. Надо факел какой-то взять. А то факелов вообще не взял. Так, берём. Где же тут яйцо? Яйцо-то где? Снимаем чашу Юси, вот это вот снимаем. А теперь нам нужно яйцо найти. Где же наше яйцо? Мы не можем найти яйцо. Его убили, а вот мы не можем найти яйцо. Где же это яйцо? Так, ты чё на меня не кидаешь? Так где это яйцо? Ребятки, где наше яйцо? От матки. Яйцо Алёны. Либо это не матка была, а просто игрокон пятой стадии. Или вообще шестой, или больше. Если есть больше пятой стадии. Либо еще что-то. Интересно, кстати, а есть ли драконы выше пятой стадии? Просто мы не знаем. Вот так. На тебе. Нам надо найти яйцо этой матки. Как вы видите, у меня появился меч этого дракона. Из крови дракона. Там еще косточки, визор, скелет и обычного дракона. Это хороший меч, потому что он поджигает врагов. И че? Только попробуйте подойти, сразу все подожжетесь. Да там лучник. Ой, как тут душно. Так, привет. На. 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 Чё, серьезно? Такие легкие мобы сейчас для нас. Хотя они вообще не легкие. Потому что, типа, так много хп. И у нас такая плохая броня. Кстати, у меня полностью эта книжка из монументов изучена. Мы очень много драконов убивали простых. Опа. Душает ДМС-7. Что-то делаем вот так вот. Вот как скрафтить, призвать? А ну-ка, а если вот, например, и что нам пишут?
Эден Чанг. Эден Чанг. Душа Эдема? Нет. Фрагмент Эден? Нет. А может Чанг. Эдем Чанг. Ща еще. Надо подумать, что это будет у нас. Переводчик, мозг, включайся. Так. Это у нас чужит у нас. Может быть, я даже не знаю. А если вот так вот попробуем Эдем Чан. Че? Фазер Эдема. Разве? Я не думаю, это что Фазер Эдема какой-то нужен. Может, кусок Эдема? Подожди, что нам там пишет? Я понял. Кусок Эдема нам нужен. Кусок Эдема. Вот этот. Он крафтится из стальгитов. Один этот крафтится из трех. Получается 3 умножить на 7. 3 умножить на 7 это у нас будет 21. Не так уж и много. Потому что у меня дома уже есть эти все 21. Так, что ты на меня нападаешь, единорог? На тебе единорог. Не надо нападать на меня. Тут еще какой-то лучик. Я лучше убегу. Не закрывай, там у тебя дышать не будет. Итак, ребята. Мы уже тут скрафтили куски Эдема. Дима у нас все еще не пришел. И из-за этого мы убьем босса в одиночку. Думаю, ничего такого не случится, если мы убьем босса в одиночку. Босс. Я призвал его на. А? Так он. Ты чё меня поджигаешь? Алло. Ты чё меня поджигаешь? 1000 хп. Чё так много? 1000 целых. Так. Он вроде еще не хилится. Ну все, мало хп, надо похилиться. Наши топовые хавки с Эдемы. Ты куда сюда пришел? Туда иди. Опа. На. На, его столько раз надо убить. Тут что, вы даже не представляете. Это вообще. Пятьдесят? Да тут, по-моему, больше 50 уровней ударов. Все. Блич Эдема. Урон дано. Ну какие у меня статуя. Вот, присерся сразу. Нам надо, получается, 10 блоков. Поэтому вспомним еще одного. Скринем. Подожжем. Переходим вот сюда. Опять подожжем. А теперь бьем. Уходим. Нам надо его обратно туда заманить.
ловушку на. Да ты не стреляй меня! Ах он гад. Так, босс. Привет. Падла. На. Так ты, блин. Ё, он вот выбрался из того места, и это наш огромнейший минус. А, надо похилиться. На! На. На. На тебе. А, вода, вода. Это для него плохо и для меня плохо. Хотя я могу в него стрелять. И он меня тоже. Тогда буду стрелять в него. Главное, чтобы он не упал. На! 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 И все, он умер. Чего? Нам только одно сердце выпало со второго босса. А чё так мало? Чё так мало? Чё так мало? Чё? Опять фармить полдня. Двадцать один на одном боссе, а нам как минимум где-то два еще босса понадобится. Как минимум. Я думаю, мы перемотаем, чтобы вас не томить, когда уже вообще. Кого? Так, ребята, мы тут уже нафармили много. Но нам хватает только на одного босса. Из-за этого у нас пока еще один босс. Надеюсь, нам повезет. Очень сильно повезет. Потому что там этих боссов я потратила одну броню. Мне броню пришло из-за крафтить из-за этих боссов. Так, заходим. А еще у меня Майнкрафт вылетел. Кому интересно. Знаете, как он вылетел? Я умер от одного моба, который необычный моб. Это не человек, не животное, это моб. Это пельмешка. Это пельмешка был. Который такой, это... Только пельмешка не обычная, а какой-то... странный пельмешка. А чё? А? ЗДМ, походу, не работает. Верстак крафтим. Теперь переделаем все души эндемы. Потом вкрафтим и все, что можем. Дим. Что? Ты где там со своими душами эндемы? И я фрагмент. Сейчас еще не хочу. Я этих лопухов сейчас убиваю вообще. А, ты их убиваешь? Сколько у тебя души дыма? Ну, да, как бы. У меня сейчас 3 фрагмента. А души дыма? У меня одна сейчас пока.
что их там надо перекрафтить. Ну ты перекрафчивай души демона, а потом отдавай мне. Естественно. Вы все хоть духи там. Так, подожди, надо это все подсчитать. Где ты, Вася? Ты умножить на 4 будет 12. Вот это я умный. А у тебя сколько души демов? Сколько души демов? Просто еще 8 надо. 5. А, у тебя же еще 3 этих осколков? Мне 10. Ну все, давай. Осколки. Нам хватает на 2 босса опять. Так, короче, сейчас тэпайся, знаешь куда? Тэпайся ко мне. Ты тэпаешься ко мне? Единорог, я тебя ненавижу всей душой. Потому что я АФК стою. Ну чё, ты там тэпаешься? Угу. Короче, нам надо просто его загнать в угол, иногда хилиться и все. Так, давай свои. Стой, подожди, а ты чё арену? Стой, подожди, а ты чё арену не построил? А зачем арену? Я просто его тут в угол такой и бью. В угол и бью. Ладно, да. А это души демо, души демо, души демо. Нету? Нету, я все переделал. А то нам надо еще 2 осколка. Я просто подумал, у тебя 5 души демов и это. А, не, не, ничего не надо, у меня есть, у меня есть. Выбирать сразу 2 босса или по отдельности, как я убивал по отдельности. Все, босс заспаунился, на. А, тут, тут это, тут знаешь, кто мешает? Мобы. Я вас ненавижу, мобы. На! Я умею стрелять. А! Так, надо, как в прошлые разы я его убивал. На! На, бей его! Бей! Главное, чтобы он из угла не вышел. А, все, у меня мало хп, я пойду хилиться. Вот так вот я его убивал. Ты сейчас? Тогда сейчас будет. О, кстати, если я. Смотри, когда я летаю. Типа засчитает, как крит урон идет, когда я летаю, типа, считается, как будто я типа прыгаю. У меня скоро сядет. Джетпак? Вот сядет. Джетпак. Ну ты помогай туда, тут еще и мобы. Вот мама, пока мочи, я его сам как-нибудь. Да он меня стреляет, а не в тебя. Ну вот и классно. Бегать, все убил. Так, давай сердца. Сердца давай, сердца давай. Я близко бегнулся. Сердца давай. 2. Блять, дракон! 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 Беги! Мочи его! Чем его бить, когда надо бежать? Надо убить, чтобы он тут
себя слишком умным и чувствовал. Это не я. Я дракона убил. Беги скорее, тут мобы меня скоро так убьют. Ой, мне интересно. Чё тебе интересно, что ты в твой находишь на видео? Меня мобы чуть не скидывают. Ой. Подожди. А как делаются мечи? Вот эти ледяные и вот эти вот. А, там типа тебе надо сначала из осколков, а потом там мечи. Блин, там у меня так меч скоро сломается. Да, скоро меч сломается. Так, вы тупые, отходите от меня, у меня есть и запасной меч. Не пробовал убрать, не зачаровать просто и все. Не пробовал. Я хочу себе сделать лазерный дуб. А он еще лучше алмаз. Да, он лазерный. А, сделаешь мне тогда тоже потом? А. Чё? Ты вообще что ли? А чё вообще? Ты мои броньки берешь? Я броню полностью контактировал. Я чё тут его один буду убивать? Ага. У меня сейчас меч скоро может сломаться, поэтому я могу... Я нашел этого чувака, который похож на дракона, только он зеленый и плюет кислотой. А, это ты из Мавзи и Мопс, который... Угу, блин. Я уже половину хп снес этому чудику. Что-то он и разогрелся. Да, я его очень сильно задамажил. О, нам хватает! Нам хватает на портал. На что? На портал. Только нам надо еще... Знаешь что? Нам надо 40 душ Эдема и 40 фрагментов Эдема. Давай фармить. Я больше ничего не могу сказать. Давай фармить. Ребята, мы, наверное, перемотаем, когда мы нафарим, да? Да. Все, давай фармить. Раз, вот два. Я вот включил запись сейчас. И что тут? Матки дракона? Где они? Да, две. Это первое получается? Да. А где вторая? Зачем нам ее опять убивать? Ты сам ее, пожалуй, убивай. Ее надо убивать только стрелами, пушкой. А, я из мира выпал. Пока. А, нет, тут одна, тут вторая не заспавнилась. Я из мира выпал. Сервер выключен, почему? У меня не выключен. А мне выкинуло, значит. Чё? Ребята, вы это видите? Я невидимка. И всё, невидимка. Либо у меня просто не прокру... А. Ням-ням-ням. Топы, мать, драконов.
что происходит? Это типа из-за того, что сервер не может выйти модов как одиночный мир. А, все, отключение. Давайте попробуем. Все. Просто слишком много модов, из-за этого вот так вот может быть с сервером, потому что там сервер не может выдержать просто столько объектов, там, например, при Мальке выстрелила огонь таким залпом, но там одна выстрелила, и типа сервер не может выдержать, потому что это сервер. Ну, наверное, на этой ноте мы закончим серию, да? Да. В следующей серии мы сделаем портал, там за кадром все нападаем. Ну, а сейчас хочу сказать всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И... не забывайте писать комментарии. Не забывайте писать прям комментарии. Что нам добавить колесо фортуны? Ну, а на этом мы заканчиваем нашу серию и... Алло, всем пока. Всем пока-пока. До новых встреч.